Приветствую вас, мои юные подаваны. Очередная битва с мятежником против Рожка 1773. У нас защита Алехина, в которой я ничего не знаю. Абсолютно. Так, какой пешкой? Давайте этой. С этой. Как-то он пассивно играет. Мне не нравится. Слон g7. Ну, h3, он не пустил слона на g4. Ну, я спокойненько выйду на f5. 2-0. Так. c5 надо или нет? Давайте попробуем. Основная фишка этого дебюта — это разрушить центр. Вот этим и займемся. Конем попел. Напал. Это что за ход? Спасибо. Теперь у меня есть понятная вполне игра. На пешку Е3. Так. Но у него линия F. Напал кого так. Что за ход? Конь Е5. Давайте подтолкнем ферзя. Странный ход, прям под темп. Что делать дальше тут? Куда вытянуть этого слона? Интересный вопрос. Пешка Е3 слабость. Слон А6, вот так. Конь С6. Так, он защищается. Он бы побить, он побьет ферзем, я на Е4 выиграю. Мне охота слона отдавать за такое дело, поэтому ладья Е8. Спасибо. У меня ясное преимущество двух слонов. А он защищает так. Давайте сделаем такую хитрость. D5. Возьмет ферзь Е3 шаховым без коня. Видит. Напал сюда, на ладью. На ладью F1, в смысле. Рубанул. А вот это и, по-моему, ошибка, шах. И на коня напал. Двойной удар. Это он явно зевнул. Недооценил мощь темной стороны силы. Жалкий повстанец. Посмотрим досье. Ничего интересного. Скрывается. Побил. Хочу менять ферзей. С лишней фигурой это хорошая тема. Он не хочет. Надо заставить.
Кляс D4 так незаметно напал на ладью F1. Но это он, конечно, видит. Ферзя сюда. Хочу ферзь G3, слон F4, ферзь H2, мат. А сейчас висит ладья. И он этого не видит, спасибо. Ферзь G3. Идем клеить мат жалкому повстанцу. Че, еще качество скинешь? Жалкие повстанцы. Ничего из себя поодиночке не представляют. Что за ход? В чем идея, не понимаю. Рубанул. Все равно не понял идею абсолютно. Видимо, данный повстанец еще не овладел полностью силой. Так. Что он хочет? Пойти ферзь F6, вот так. Прикрыли короля вот по этой диагонали, чтобы никаких шахов не было. У нас лишнее качество и лишняя ладья. Но даже мощь темной стороны силы мне не нужна, чтобы обыграть. Хорошо, надо признавать поражение в таких позициях. Потому что это полный разгром. Странный ход. Ладью по центру. Ладью по центру, чем будет делать. Под времени мало, на минуту слышно. Ладья D4, вот так. Шаг же на F2 был. Я что-то шлепнул. Я для того и ходил ладья D8, чтобы ладью по центру вот так поставить. Но шах, видимо, никуда не убежит. Шах. Ладья F8. Хочу ферзь E1 шах, ладья F2 с победой. Сдаваться надо. Не солидно. Хотя, какой солидности может идти речь, когда против вас мятежник? Шах. Еще шах. Еще. Ну, полный разгром, сдавайся. Признай мощь темной стороны силы. Шах. Аккуратней. Шах. Где же мат? Еще шах. Не вижу мат. Все вижу. Вот он идет. Победа.